Странно. Голос Лизы есть, а Лизы нет. Подъезжай под качей. Я Лиза говорил, Лиза, отойди, я на чем врежусь в тебя. И только получилось так, что она подъехала, я ногами прямо ей в лицо. И все, и нет Лизы. И она обиделась. Ну, говорит, пускай, что я виновата. Пускай пообижается. Ну я не могу качаться. Опять. Ну пусть Лиза там валяется. Что тебе жалко? Ну я там просто... Лишка, Лиза... покажи, что делаешь. Просто Лиза подъехала. Я как раз уже ехала прямо на нее, подняла ноги, вот. Не смогла. Давай, делай пасочку. Ты рыбку делаешь? Ты хочешь еще фигурок? Ой, какая красота! Мишенька, чтобы были лучшие фигурки, надо песочек мокрый брать. Смотри. Смотри, Миш. Вот этот надо брать. Вот. Смотри. Смотри, разгребать надо. Катя! Что? Ну ничего. Смотри, вот этот надо мокренький брать. Мокрый. Видишь? Смотри, он больше лепится. Помоги ему. Смотри, вот песок, вот песок. Вот, вот. Этот бери. Складывай мокрый. Не хочет. Ну ладно. Катя делает. Катя будет делать черепашку. Мишка, хочешь еще фигурки? А, хочешь? Тогда слушай Катю и делай. А Лиза там в коробке валяется. Лиза, покажись. А это с Мишей по всему двору катать. Да, все, все коробки. Вот так вот родителям морозильный ларь, а детям это. Ну-ка покажи, как ты катаешься. Лизе надо колесо купить, она будет белкой. О, Миша идет. Убежала! Коробка ускакала. Ура! Заходи! Заходи! Покатились! Ой, как вы быстро! Ты там Мишу не сшибешь? Давайте в обратную сторону. Ой, ужас какой, он падает, Лиза. Миша, догоняй Лизу. Ты его роняешь, он за тобой не успевает. Ужас. Давно я не ходила к своим зверухам. Пойдем подглядываем к пруду. Отдыхает. А где у меня белые утки? Ути-ути, вы где? Ну-ка, пойдемте сбоку посмотрим. Где мои ути? Нет уток. Странно, утята есть. А уток нету. Пойдемте искать. Главное, шею не сломать. Наверное, там, по ту сторону от шалаша. Гуси все. Две коричневых. А, вон я вижу уже. Отдыхают там под шалашиком. Вот они, три уточки. Вот это вот коричненькая маленькая. У нас, скорее всего, самочка. Все, убежали. У них тут маленький штаб утиный. А здесь можно посмотреть на моих малышей. Как там у них дела? Корм есть? Или все съели? Надо проверить. По-моему, корма нет. Пойдемте с другой стороны. Смотрите, дежурит охотница. Ходит вокруг моих уток. А я тебе уток не дам. Так, ну что, утятушки? Давайте посмотрим, как у нас там с кормом. Не, есть корм. Мне показалось, что нету, но он уже кончается, да? Так, надо туда. Почему-то не высыпается он. Да ладно вам, не бойтесь, малышки. А, они его намочили, мадох. Вон они, малыши. Вот тут тоже. Вот так вот полуколуб выняли. Плохо сыпется. Ну все. Водичку, конечно же, свернули. Вот так. Все, набирается водичка. Надо переделать поилку. Мне не нравится такая поилка. Но, блин, сейчас у Саши времени нету. Капитально нету. Пока пускай вот это все выливается, сейчас приду, поменяю. Ага, она падает так. Вот тебе и на. Гуси, га-га-га, поплыли! Видите, как быстро уплывает.
не удержалась. Не могла вас напугать. На улице тепло. Не просто тепло, а еще и душно. Мишка не вылазит теперь из песочницы, но, видимо, попа охлаждается, и это круто. Да, сыночка? Тебе нравится? Ой, ты в машину играешь, черепаху закопал. Да? Тебе нравится? Песочный мальчик, весь в песке. Мишу теперь придется от песка отмывать, да? Вот какая. Вот черепашка. А ты в машину грузишь песочек? Ты нагрузил уже? Ну, давай еще грузи. Вот так высыпается, да, выгружает машина. Ну, давай, вези стройматериалы. А здесь у нас живет живая коробка. В которой спит Лиза. Лиза, пошли поливать кабачки. Лиза. Газировки не дам. Пошли кабачки поливать. В такую духоту надо что-нибудь полить. И начнем мы, пожалуй, с гороха. Да? Нет, нет. Да, да. Начнем, пожалуй, с мамы. Не, с гороха. Вот у меня шланг. Тапки Мишины по всему двору. А? Мишины тапки, говорю, по всему двору надо собрать. Оу, какой замечательный пистолет. Саша, ты уверен, что он должен так работать? Оу. Короче, мне не нравится это. Смотрите, прикол. Супер пистолет от магнита. Он брызгается до того, как на него нажмешь. А если нажмешь, он просто тупо брызгается сильнее. Мне это не нравится. Сниму-ка я эту конструкцию дурацкую. Лизка, выключай еще раз. Ну что, старым дедовским способом. Называется «зажми шланг». И поливаем. Вот там вот у меня новая посадка гороха. Смотрите, он еще плотнее посажен, чем предыдущий. И я надеюсь купить еще пару мешков гороха. И когда вот этот вырастет, этот и тот, который первый, я посажу еще. Обожаю наблюдать, как течет вода и поливает мои растения. Интересно, я плохо переношу жару. Мои птахи, наверное, тоже. Давайте их проверим. Так, ну что, у вас более-менее все? Мой хороший. И вы, мои хорошие. Перепелочки. А здесь у меня курочки. Кстати, мне надо сейчас отсортировать кур. Кого я буду рубить? Правда, не завтра, как планировал, а послезавтра. Саш, ты давай бегом. Утки на пруду. Везет им. Так, а вот воды, наверное, у тебя стало уже мало. Сейчас позовем Лизу. Лиза! Лиз! Беги сюда! Где же Лиза? На улице уже совсем стемнело. А мы с Лизой и Мишей отправляемся в магазин за коктейлем. Потому что Миша сейчас очень старался и говорил папе «папа», а маме он говорил «мама». Старался, я его за это поощрю коктейлем. Они уже должны были сесть в машину. Лаки, убери морду. Все. На улице прекращается уже жара. И откуда-то пошел яркий запах, как будто духами надушили. Что, застегнула его уже? Почти. Ты сможешь? Смогу. Ключи давай, мне еще машину греть надо. А вы пока пристегивайтесь и садитесь. Поехали, ребята, с нами. Кто приехал в магазин, Миша? Ну-ка скажи, скажи, я. Скажи, Миша приехал в магазин. Пойдем? Ну, давай. Кто пойдет покупать себе коктейль? Миша с нами разговаривал со мной и с папой. Поэтому мама решила Мишу поощрить коктейлем. Беги к Лизе. Вот так вот сюда. Да. Все, пойдем в магазин в магнит. Миша, 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 покажи, что ты купил. Покажи. Коктейли, шоколадки. А мама еще вот взяла. Еще коктейли. И Лизка тоже держит шоколадку. Пойдем на кассу? Пошли на кассу. Пошли. А мы приехали к бабушкам. Только все равно нифига не видно.
потому что на улице уже ночь не глубокая, но все же. Так-ка, пойдемте. Они закрылись! Не ломись, вообще то. Ты куда? Вон она открывает. Не ломись. Миша принес бабе подарок. Спасибо, да, Миша? Мальчик. А это Миша подарок. Это Миша. Миша, расскажи бабе, почему у тебя подарок. А, Миша, все? Миша пошел. Открывать шоколадку. Смотрите, что делает наша кошка вечером. И Лизка во все играет. Привет, Лизавет. Привет. Всем привет, подписчики, да? А Миша наш играет в телефон. Что это? Скрипка. И просит меня называть все инструменты, которые он собирает. Видите, как пазлик надо собрать. Это гитара. Электрогитара. Ток не повторяет. Слушает, что я говорю, не повторяет. Скажи, гитара. Гитара. Молодец. А Лиза что делает? Лиз, ты что делаешь? А Катюха ушла качаться на качелях. Она каждый вечер качается на качелях. Хочу с кем-нибудь играть в шашки. Это с Катей, пожалуйста. Мишка меня засидит, припихает. Это рояль. Нет, это пианино написано. А что еще ты будешь собирать? Это, наверное, труба. А наша Лиза хочет учиться играть на флейте. Как выглядит флейта, Миша, ты знаешь? А где еще кусочек, смотри. Вот он, да. Умница, Миша. Это трампет. Вот так вот. Так, глядишь, ребята, я еще и слова выучу, те, которые не знаю. В общем, уже вечер. Мы устали вообще капец как. Очень устали, очень много сейчас работы. Еще я сегодня все-таки сняла видео на пузырный канал и даже одно смонтировала, оно получилось очень длинным. И я его сейчас выкладываю. Барабан. Лежим с Мишкой, отдыхаем, я его укладываю потихонечку спать. Хотели сделать сегодня колбасу, не осилили. Это скрипка. Поэтому перенесли на завтра. А сейчас я хочу попрощаться с вами. До завтра, до следующего ролика на канале «Веселая Змейка». Подписывайтесь на канал, если хотите. Спасибо, что посмотрели видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Это скрипка, да, Миша, скрипка. Благодарю за подписку и за лайк, если вы его поставили. И пока-пока. До завтра.